Всем привет! Сегодня мы поговорим о магии, которую делает краснокочанная капуста. Вы только посмотрите, какая она красивая, а то, что она делает, просто волшебство. Давайте посмотрим. Чудо, правда? Это удивительные превращения. А вы знаете, в чем дело? В соке краснокочанной капусты есть вещество, которое в кислоте становится красным, а в щелочи синим или зеленым, если щелочь более едкая. Химия – это магия, не только реальная. Удивительный сок, правда? Папа называет вещество, содержащееся в этом соке, индикатором. А какое вещество в нашей капусте является индикатором? В состав краснокочанной капусты входит пигмент. Сейчас я прочитаю его название. Антоциан. Запомните, антоциан. Антоциан не просто украшение для лепестков или плодов. Они помогают растениям пережить все возможные проблемы, а по-научному – стрессы. То есть, если вы заметили, что на обычных зеленых растениях появляется фиолетовая окраска, значит, у них какая-то проблема, которую они пытаются решить. Антоцианы активно вырабатываются, если, например, растение холодно, или не хватает воды, или слишком жгучее солнце. А может, на них напал вредитель? Кстати, у ученых не бывает проблем. У них есть вызовы. Вот такие они ученые. А вам я советую исследовать бытовую химию и продукты из холодильника с помощью нашего индикатора краснокочанной капусты и написать мне в комментариях, что у вас получилось. Магия – это вид искусства, который использует ловкости рук, трюки или специальную аппаратуру для создания иллюзий, нарушения привычных физических свойств хорошо известных предметов. Надеюсь, вам понравились наши фокусы. Желаю вам всего доброго. До новых встреч. Пока!